пельмешки оттаяли наши зимние. Я даже забыл про них. Надо будет выкинуть. Там труба оттаяла, мешки, там всякая барахлишка. Все надо сегодня приберем, уберем. Полежки вон эти. За зиму много накопилось барахла. Надо все прибрать, убрать. Чтобы внимание не привлекало, тут трубу надо будет куда-то прикопать, что ли. Там дверь старая лежит. Пойдемте посмотрим. У меня там волокуши были спрятаны. Лежат ли они там еще вообще? Оттаяло, наверное, все уже тоже. Да, тут тоже надо поприбираться на месте отдыха. Кирпичи, палки. Из этой ямы, может, думаю, сделать тайничок. Такое прятать можно в нее. Кирпичи убрать. Классно весной в лесу. Чувствуется, лес оживать начинает, уже птички запели. Все подтаивало. Хорошо, что раньше меня никто сюда не пришел. Надо бы, наверное, еще каких-нибудь листочков накидать на свежекопанное, которое зимой делали. Здесь так укрыто листьями, а здесь свежая земля видно. Труба убежала, что ли? Заржавела маленько. Надо бы протопить сегодня печку. Купил подставка для баночек какая-то. Но мы будем использовать ее не по назначению. Это же не полочка для баночек, это гриль. Сегодня будем мясо на гриле жарить. Ладно, надо позавтракать, наверное. Сейчас приготовлю на плитке. Потом печку уже затоплю, а то опять будет дымить полчаса. Не зайти будет. И потом печку затопим и пойдем уже на улицу прибираться. Там костер разведем. Немного не подходит.
размер. За два раза погрели. За четыре точнее. Там их два у меня. В землянке прохладнее, чем на улице-то. На улице плюс один, что ли, там, или сколько? А в землянке минус 8. А зимой было наоборот. На улице холодно, здесь теплее. Здесь только в минус 30, наверное, вода замерзала. А когда минус 20, там минус 25 даже не замерзала вода. То есть нулевая где-то температура была точно. Пока греется кофе, предлагаю сходить управить скотину нашу, зверушек накормить надо. Тоже надо будет прибрать за собой, все сжечь. Ну, костер уж будем сжечь на это, все равно, на мясо. И мусор сожгем, и мясо пожарим. Ну все, сейчас затаплю печку. На улицу пойдем завтракать уже. Там потеплее будет, чем здесь. Здесь пока пусть просыхает, нагревается. Какая-то влага в воздухе как будто не очень.
вот так вот себе оборудовал место для пикника. Потом еще костер, на костер кирпичи, которые там валяются, сюда перетаскаю. Сделаем здесь ямку и кирпичом обложим. Вот так вот мы прекрасно тут расположились. На свежем воздухе. Кофеечек, чебуречки. Жизнь прекрасна. Желтых бабочек огромное количество летает. Вроде еще по ночам минус, а уже бабочки проснулись. Какие-то эти закаленные бабочки, что ли. Много-много летает вообще кто здесь. Наконец-то весна. Штатив просто сломался из подручных средств. Сделал. Так вот ставится будет. Все нормально. А вот это маленький штатив.
Да. Грелка намного упрощает жизнь. Сейчас бы сырые эти щепки тяжело было бы растопить берестой или чем-нибудь. А так раз поставил, она и просушивает и разгорается сразу. Удобно с горелкой. Ну все, в принципе, убрал мелкую стружку там. Уж не буду собирать мелкие щепки. Большое все убрал. Осталось трубу перебрать куда-нибудь там старую. И дверь сейчас принесу, распилю, тоже стоплю, засожгу. В принципе, так-то все чисто сейчас. Пить чайку.
Ладно, пойдемте сделаем схрон, чтобы можно было убирать туда то, что могут украсть. Буду убирать, ну там каёлку такое вот буду, чтобы землянке не мешалось. Да если кто-то найдет, то чтобы не украли. Кушал он тоже надо. Не потащу же я их домой. Пусть тут будут. Монолит, скала. Ладно. Пойду в ту вторую ямку, у меня там готова. Я расширю, по длине сделаю. Ну, столько, думаю, достаточно будет. Сантиметров 60, наверное, глубины. Надо крышку сделать сейчас. И готово будет. Почти. Thank you.
наверное, немного обжечье крашеное. И можно будет жарить угли. Углей много уже. Запах-то какой. Вот это да. Сейчас мяско будет. Что надо. Какой запах тогда доносится. Словами не передашь. Вот так вот прикопал. Фух, это, вроде немного сделал, устал. Надо будет еще листьями потом укрыть. И потом со временем земля посветлеет, сравняется с окружающей средой. И хороший тайничок будет. Вот так вот. Я его еще нарезал. Но, мне кажется, не прожарилось, будет слишком толсто. Но сейчас вроде бы прожарилось. Посмотрим. Надо будет потом еще землянку тоже засыпать. Завтра, наверное, уже займусь. Может быть. Грабли где-то повешал на дереве. Надо будет еще их найти. Они сделаны из такого же дерева, как и на котором висят. Их трудновато будет найти. Помню, где-то в том райончике.
еще не найду, куда повешал. Вот так вот, учитесь прятать. И профессионал так спрятал, что сам даже не, найти не могу. Найдут потом. Вот так вот сегодня поработали. Нормально. Всем приятного аппетита. Вроде пропожарилось. Нормально, все. Надо бы нам как-то начинать уже подыскивать, наверное, место будет. На днях. Посмотрим. Не могу еще определиться. Много критериев для выбора. А самое главное, чтобы проще было добраться и меньше было бы там народу. Но не получается так, чтобы... Если где-то легче добраться, тогда там народ может появиться больше вероятности. А там, где народу меньше вероятности, что появится, туда добираться очень плохо. Посмотрим.